Мать распятого, у подножья креста лежала во прахе мать распятого. То тихо, то грустно стонала, то вся содрогалась, и горя не в силах унять. Ведь каждая капля крови Христа кинжалом ей в сердце вонзалась, и сердце ее разрывалось. «Мой сын, моя радость!» — рыдала Мария. «Ужели не видишь тебя, как люблю я? Ужели не видишь, что муки терплю я? Любовь всего мира — ничто пред моей. Зачем от меня отдаешься ты ей? Зачем же безгрешный за мира грехи муки ты терпишь в великой любви? Не мне утешение, а миру прощение лепечут засохшие губы твои». И снова Мария рыдает, и ноги страдальца она обнимает, и кровь, что струилась из ран его ног, давно уже смыл слез горячих поток. «Мой сын, не могу я страдания вместить, что здесь у креста я должна выносить. Отныне уж радости мне не видать. Сойди в мое сердце, утешь свою мать». Глубоко оружие в сердце вошло, упала на грудь голова тяжело, и потом холодным покрылось чело, и кровь запеклась на устах. Но снова и снова Мария рыдает, то руки свои к небесам простирает, то к людям она обращается снова. «Отдайте, отдайте мне сына родного! Матерь святая, что скорбь всего мира пред скорбью твоей? И стоит ли мир хоть слезинки одной, что ты пролила за него? Мария, готова я плакать с тобой, готова я слиться сырой землею, что слезы твои оросили и кровью святой напоили, чтоб всем существом, всей душою своей могла я откликнуться скорби твоей. Хотела б молиться и громко рыдая, чтоб легче тебе было, Матерь святая, но у подножья креста тишина. Убитая горем, лежит там одна распятого мать. Аминь.